Последние дни мотора, блядь. Не, сейчас его, походу, залило, либо чё. А ты эту сделал? Хуй. Да. Курму это, блядь. Первый выезд восходы. Восходе. Он сломался ещё не сильно. Он сломался. Ну, сломался на покатушке. Ещё до записи. Давай. Так, что могло произойти? Итак, диванные эксперты, что у нас произошло? Пишите в комментарии. А ты краник открытый был, да? Да. Так, краник отпадает. Дальше. Проверьте свечу, искру, блядь, карбюратор. О! Да. Вот такой древний карбюратор, блядь. Смотрите, как он кикует его, как электростартер, блядь. Может, газ в поле, блядь. Это слышали, да? Вот так мы ставили. Под конец я бы включил зажигание, он как стрельнул бы, блядь. О, кто-то кто-то меня вызывает. О, Санёк, звони. Вон все. Да, Афанасий. Здорово. Здорово. Никогда не угадаешь, что мы делаем. Снимаем смерть восхода. Да. Подшипники шумят, подшипники! Алло! Блять, да свечи нахуй! Алло! Говори! Говори, я никто не слышу, не болтаю. Подшипники слышат! Долбоёба, ты сон, блядь! Он из-под башки стреляет, Карл стреляет, Богом. Как тихо. Ну везде.